Магаданский родник любви, возведенный семьей Гордеевых 14 лет назад неподалеку от морского торгового порта, вновь приобретет привычный внешний вид. После его разрушения от беседки осталось лишь ржавое основание. Любовь Гордеева 55 лет отработала в магаданской детской медицине. Этот родник назван в честь Любови Артемьевны. По инициативе мэра Магадана и в рамках договора социального партнерства, ремонтом и возведением новой беседки занимается компания «Промарт». Работы мы начали 2 мая этого года, восстановили металлическое основание, постелили полы. В настоящее время плотниками производится так называемая примерка штучных изделий, это секция ограждения. Работы по восстановлению беседки планируем закончить через 2 недели. По словам Константина Чухманова, восстанавливают беседку по фотографиям предыдущей. Плотники изготавливают элементы конструкции из сосны. Именно сосна наиболее устойчива к биологическим воздействиям. Съемочной группе удалось побывать не только на месте возведения конструкции, но и в столярной мастерской, где специалисты кропотливо воссоздают данный объект. В свою очередь, рабочая бригада компании «Промарт» обратилась к гостям и жителям города и попросила на время проведения работ воздержаться от посещения родника во избежание травматизма на пока еще хрупкой конструкции.